Друзья, добрый вечер. Вот еще одна из моих моделей, одна из самых дорогих моделей. Ну, во-первых, она в одном экземпляре сделана одним из дембелей. Вот я специально начинаю обзор с памятной таблички. Сделана каким-то дембелем, да, в воинской части. И попала ко мне совершенно случайно. Ну, где-то месяца 2-3 назад. Вот, сейчас мы поедем. Я заранее прошу прощения, что поставил ее перед другими моделями. Ну, просто модель большая, массивная. А обозреть хочу ее получше. Как-то вот так. Значит, это модель ракетной установки «Тополь». Вот такая она у нас идет. Это, сразу оговорюсь, она цельнолитая. Вес ее 200 кило. Тут сплав, насколько я разбираюсь в материалах, сплав металл, смола. И, по-моему, что-то еще здесь добавлено, потому что ну, тут явно не неоднородная какая-то масса. Вот. Сделан масштаб ориентировочно, могу сказать, 1,50. Точно не 43-й масштаб, это 100%. Иначе она была бы просто бешено большой. Ну тут максимально люди старались сделать ее точной, но на мой взгляд для вот такого литья это неплохо сделано. Особенно, конечно, убивает в хорошем смысле этого слова вот эта вот установка ракета. Ну, конца ей нету. Вот это вот вся красотища. Вот. В принципе, ее можно сложить. Но она не. То есть эта модель не предусмотрели, чтобы она складывалась, как бы не разбираясь. Вот тут есть болты. Тут один болт и внизу другой. То есть, если это вот это вот кронштейн скрутить, то можно ее положить. Вот для этого предусмотрена такая ложбина. Ну, как бы, ну, короче говоря, что я рассказываю. Это все в точности повтор. То, что в реале. Вот такая вот у нас красавица. Да, вес, конечно, я говорю еще раз, 200 кило впечатляет. Это что-то с чем. Сам не ожидал, когда в руки брал ее. Я сначала не понял, почему такая посылка была тяжелая. Как бы, ну, когда я ее достал, я все понял. Пока я ее собрал, тоже время взяло, потому что сначала это все сидишь, рассматриваешь, а потом начинаешь соображать, что к чему. Я признаюсь, тема немножко не моя вообще. Ну, я люблю красивые вещи, ну, как бы думаю, она не помешает. Такие вещи, по-моему, в коллекции никогда не мешают. Еще раз обозрю вам табличку эту. То есть это реально, я проверял, это реально, таких моделей нет нигде. Ну, то есть на конвейере точно, модельном. И тоже не видел, не встречал никаких коллекционеров этих вещей. То есть она реально в одном экземпляре сделана.